Как правило, дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, замкнуты в своем привычном и узком пространстве. Родители, воспитывающие таких детей, порой трудно найти центры дополнительного образования и даже просто найти время для того, чтобы привести ребенка для какого-то обучения. А вот члены библиотечной ассоциации Камчатки на базе краевой научной библиотеки всегда готовы работать с такими детьми. Ну, тем более мы уже имеем огромный опыт, работаем с такими детьми более 5 лет и проводим различные мероприятия, конкурсы, выставки, мастер-классы, которые дарят детям с ограниченной возможностью здоровья и детям-инвалидам, конечно же, эмоции, положительные эмоции, яркие впечатления, ведь это важно для детей и их родителей. Как важна реализация этого проекта, потому что дети, побывав в нашей библиотеке, проведя какие-то различные игры или мастер-классы и поучаствуя в конкурсах, мы видим, что дети эти раскрываются. Еще раз говорю, что мы этими детьми работаем более 5 лет, и мы видим, какие они к нам пришли, и какие эти дети сейчас. Работая с такими детьми с ограниченными возможностями здоровья, от них наполняются, потому что они очень веселые, жизнерадостные. Ты сам становишься ребенком.